Уссурийск вписал себя в олимпийскую историю 22-х зимних игр. Массовый флешмоб организовали воспитанники ледовой арены. 120 хоккеистов, фигуристов и конькобежцев заняли поле стадиона «Патриот». Акции уссурийцы решили поддержать наших спортсменов. Мы все очень долго готовились к Олимпиаде. Олимпиада проходит в городе Сочи. Мы верим, что наши российские фигуристы выиграют и одержат победу. Пожелаю им удачи, чтоб они выиграли. Этим спортсменам холод нипочем, они занимаются зимними видами спорта. Поэтому на февральском ветру и морозе уссурийским детям комфортно. К тому же дисциплинированные олимпийцы довольно быстро справились с задачей и составили картину за считанные минуты. В обязательном порядке. Все олимпийские игры будут транслироваться на телевидении у нас, на ледовой арене, на экране телевизора. То есть мы не один матч, особенно хоккейные какие-то матчи, шорт-трека, фигурного катания. Мы все будем их коллективно все просматривать и потом будем обсуждать. Каждую игру буду смотреть, обещаю. Знаю почти поголовно каждого игрока нашей сборной. Конечно же, буду болеть за нашу сборную. Когда среди этих игроков есть мой кумир Илья Ковальчук. Я играю под его номером, но сейчас майка не моя, поэтому не его номер. Воспитанники Федерации зимних видов спорта выстроили живые олимпийские кольца и знаменательный год 2014. Своих кумиров из олимпийской сборной в холодные дни соревнований уссурийские спортсмены будут согревать теплом своих сердец. Мне так понравилось сегодня здесь участвовать, и я буду поддерживать спортсменов.